Целое ОПГ в стенах правительства. Сегодня ночью был задержан вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко. Сотрудники ФСБ задержали чиновника при получении крупной взятки от регионального министра лесного хозяйства Алексея Шургина. По информации следователей, Андрей Плитко создал в области целую преступную группу. Без наручников, но в сопровождении сотрудников полиции рано утром вице-губернатора доставили в здание Следственного комитета. Есть информация, что Андрей Плитко был задержан ночью на правительственной даче на Черном озере. В этот момент он получал взятку от министра лесного хозяйства Алексея Шургина – 3 400 тысяч рублей. Вероятно, речь идет о покровительстве. Шургин тоже был задержан и доставлен к следователям. По версии следствия, в 2018 году, пользуясь своим служебным положением, вице-губернатор Плитко создал в области организованную преступную группу. Ее участники получали взятки от предпринимателей за заключение договоров купли-продажи леса в организации Киров Гослесхоз. Во все преступные схемы Андрей Плитко привлекал доверенных ему лиц, которых он сам назначал на должности в подведомственные министерства и учреждения. Их имена пока в деле не фигурируют. В отношении задержанных Плитко и Шургина решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В ближайшее время им должны избрать меру пресечения.